Салам, Юкечи. Салам. Салам, Юкечи. Коч-коч, коза. Коч-коч, козавача. Тау-тау, Юкечи. Тау-тау, Юкечи. Пожалуйста. Коч-коч, чови. Коч-агатан. Лудо-комбо-коч. Лудиги, комбиги, да чевиги. Тау, тау, тау. Пожалуйста. Ой, Юкечи, салам, Лиже, ты уже здесь? Салам, Тачана. Тачана, он уже домашних птиц и козу покормил. Молодец, молодец, Юкечи. Тау, пожалуйста. Тачана, а кому воду несешь? Утятам и гусятам. Всем домашним птицам. Сурткае. Чи-чи, чи-чи, чи-чи. Ути-ути-ути. Иза, Иза. Точно. Что ты сейчас сказала? Позвала их пить воду. Иза, пейте, сказала. Вот видишь, Лудыги пьет, Чавиги пьет, Комбига пьет. И ешь. О, Тачана, опять и. И ешь. Лудыги ешь, Комбиги ешь, Имни ешь, Чума ешь. И ешь, пьет. А вот Ушкал спит. Ушкал уморилась на солнышке и отдыхает. Спит. Мала. Ушкал мала, Презы мала. Тачана, а где Улач? Юкечи, а давай вопрос, где, скажем по-марийски, где Кушто? Кушто Улач? О, Кушто Улач. Юкечи, а давай его позовем. Улач, 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 Улач. Юкечи, посмотри на лужок. Улач бежит к нам, а за ним, Ичук. Улач бежит, Ичук бежит. Ух, как они спешат! Быстрее, быстрее, друзья! А по-марийски скажем Улач худалыш, а Ичук куржеш. Тачана, а как так? Одно слово бежит по-марийски звучит по-разному. Худалыш, куржеш. Все очень просто. Когда бежит волик, мы скажем худалыш. Когда человек или сурткаек, мы скажем куржеш. Ого, Тачана, я понял. У волик четыре ноги, худалыш. А у человека и сурткаек две ножки, и поэтому куржеш. Вот. Можно и так сказать. Как тебе удобно, так и запоминай. Пий худалыш, Ичук куржеш. И мне худалыш, а чеве куржеш. Агатан куржеш, а перес худалыш. Молодец, Юкечи. Тачана, так интересно! Все это срочно нужно рассказать маме. Куржеш, кудалыш, и чеверын, Тачана! Не скучай, я завтра обязательно прилечу. Чеверын! Чеверын, Юкечи. Ребята, а давайте вспомним, какие новые слова узнал лучик Юкечи сегодня. Бежит, куржеш,
Чеверон, Ючавла. До свидания, ребята. До новых встреч.